Ну что, здравствуйте, здравствуйте, приветствую. Мы с вами продолжаем проходить данную игру. Ой, данную игру. Ну, метро Last Light, собственно, остановились мы с вами здесь поблизости. Вон там мы с вами остановились, вон там вот в ту локацию забаговался. Почему-то опять второй раз уже, да, за всю игру забаговался чекпоинт. Но я перепрошел близко, да, сюда. Там примерно мы сейчас туда прямо пойдем, и там примерно мы с вами остановились. Просто, собственно, что могу сказать? Что могу сказать? Благо, здесь все близко пока что, да. Я вот загрузился прямо с самого начала задания. Ну, главы, точнее, от этой. Вот, и быстренько сюда дошел. Игра очень интересная. Тарет. Очень интересная, игрушка очень интересная. Смотрим, что будет в этой серии. Мы с вами идем к своим, грубо говоря, вон туда идем к своим. Вот в церковь фон как раз находится. Вот, поэтому, Саш, пойду, надевать пледик, кушать, прям чипидик как 5 или 50 дыр, поэтому просмотр. Мы, собственно, с вами продолжаем проходить данную игру. Так, ну, собственно, смотри. Этих бы я не трогал вообще. На, блядь. На, блядь. На, нахуй. А, похуй, да, тебя? Разота ебаная. Ну все, все, пока, ебать. Пока. Давай, мы должны дойти до туда. Нам получается куда-то сюда сначала. Если я правильно. Да, вот сюда надо было, в домик нам нужно было. Все, нам сюда надо было идти. Не, не в бок идти, а вот сюда надо было зайти. Ладно. Хорошо. Так, поехали, что зарядим быстренько, да? Потому что по ВЗ тоже вот это ночное видение. Оно, я вот ждал его, когда оно появится у нас. Появилось только сейчас, потому что с ним удобнее всего играть. Вот там что-то, блин, туда сейчас мы с вами, ну, можем допрыгнуть, в принципе, но я не буду рисковать. Погнали. Нам с тобой, собственно. Понятно. То есть большие локации довольно-таки, чуть сказать. Здесь реально, ну, довольно-таки, ну, много лута дают. Вот. А еще, когда мы с вами в прошлой серии, помните, зашли вот за вот это ПВЗшка, я там была дыра, я туда спустился, там просто были патроны, грубо говоря, и все. Ничего более там не было, только патрончики. Так, нам с тобой сейчас главное дойти до своих. Куда он, блядь? А, он просто... просто коту. Где он, блядь? Его здесь нет. Просто толкан туда забежал. Да. Ну, ладно. Ну, ладно. О, давай хотя вот это возьмем. Уй, бам, блядь. Я что-то забыл про это, ладно. Чуть невнимательно прошел. Постараюсь сейчас более внимательный. Погнали, погнали, погнали. Вот сюда. Две какие-то маленькие темы пробежали, и все. Так, у нас здесь ничего, собственно, да. У нас только с тобой здесь вроде лут есть. Вот тут. Вот. Мы как раз с тобой и берем. Ну, здесь ничего такого рода нету. Ну, вот, смотри, видишь, здесь вон, что, смотри, есть. Че, сколько там осталось у нас с тобой? Минут целых, еще нормально. А, вот здесь тоже может что-то еще быть. Какой-то лут. Чини лут. Ну, лута здесь явно не будет. Не понял прикола. О, я же могу здесь забрать. Странно. Я же могу с этих тем забирать точно вот эту тему. Подожди, а где тут еще она была? Вот, гранату здесь можно позабирать. Во, вот это нам надо с тобой. Это нам с тобой надо сюда. Так, здесь такое. Гранаты же можно вот эти гранаты позабирать. Нормально. Нормально. Меняем с тобой быстренько патрончик. Ой, патрончик, блядь. Фильтр. Патрончик, блядь. Да, патрончик. Калаш здесь лежит. Ну, у нас, в принципе, тоже что, калашик. Вот. А почему?
Если не видел прошлой серии, ссылочка всегда находится с полным приложением данной игры, плейлист, да, там находится. Если ты сможешь телефон, спускаешь чуть ниже описание, там будут подсказочки. Прошлая серия прилеплена и также плейлист. Если с компьютера смотришь, там вверху справа такой будет кружочек белый с буквой И английский, либо кстати, знак. Нажимаешь, там прикреплены прошлой серии и, собственно, плейлист с полным приложением данной игры. Поэтому вот так вот. Обязательно посмотрим. А, вон там, фильтр лежит, да? Нормально, не заметил, нормально. Все хорошо. Так, давай, здесь пока, Егор, здесь, видишь, довольно-таки большая местность у нас с тобой. О. Где ты? А. Хорошо. Сейчас приду, не переживайте. Так, вот здесь фильтр есть, да? Да. Так, ну, в целом, в принципе, здесь больше ничего такого и нет. Кстати говоря. Поэтому погнали. Ну, вон, видишь, нас видит там. Бегу, бегу, бегу. Да, блядь, пенит ты, тварь! Блядь, локация... Блядь, тварь! Отъебись! Бля, с боссом, прикинь, соревноваться здесь нормально. Блять, тварь. Или нам убежать надо от него, я не знаю. Пам-парам, пам-парам, пам-парам. Да иди нахуй, ёбаный босс. Конечно, прикинь, босса нам что добавили, нормально. Лечись. Бля, какие-то твари еще появились. Нам нахуй. Просто босса добавили, нормально. Бля, ты застрял! Блять. Сюда! Огня! Нормально. Отходят! О, бля, босса просто, прикинь, добавили. Нормально. Никогда такого не было. Да, блять, а можешь ждать? О, все. Не первый раз такого вижу. Сейчас достанем тебя. Давайте, давайте. Прикинь, просто босса добавили. Нормально, все хорошо. Опа, перебирайся. От души, мужики. Я сейчас. Ты просто супермен. Рад видеть. Давай в церковь, там безопасно. Да, взаимно. Давай. Эй, заходи. Заходи. Чего зря фильтры тратить? Опа. Я тебя увидел еще вон оттуда. Чуть не пристрелила. Ты не отзывался на запросы по радио, но потом как-то поняла, это ты. Надеюсь, простишь за Ботсад. Интересно. А у нас не мутки, что будут еще не мутки? Почему-то я был рад видеть эту злюку Аню. Может, дело в том, что она наконец перестала язвить? Похоже, ей просто стыдно, что она бросила напарника на поле боя. Через ад называется глава, погнали. Извини, что я раньше с тобой как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла, ну, Хантер не случайно тебя выбрал.
Просто он сразу понял, а я не сразу. И из-за меня ты чуть не погиб, понимаешь? Хантер для меня был... Ай, ладно, что я тут? Ты собирайся. Скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. Ну, посмотрим. Для обложки-то не для обложки будет, ну ладно. Так. Симпатичная, симпатичная девушка. Так, ну, блин, босс, то, что тут босс, это вообще жесть. Что это вообще такое было? Так, закрыто, закрыто, закрыто. Так, что у нас здесь? Так, ладно. Авторские права могут быть, так что мне это не надо. Так, ну что, пошли потихонечку, осматриваемся здесь. Опа, вот это нам надо. Осматриваемся здесь потихонечку, что да как. Тут, кстати, торговец-оружейник заночевал. Присмотрись, есть неплохие стволы. Вот правильно, доченька. Помогите старику выжить в наше нелегкое время. Прикупите пару стволов. Ну что там? Сообщили, что выдвинулись. В дороге. Скоро должны быть. Отлично. Симпатичная, симпатичная. Так, давай. Ну давай, патрончики 100% нужны. Мужик, ты продаешь? Саня, а что там в эфире нового? Как международная обстановка? Короче, такое дело. Нет, парень, ты столько не унесешь. А месяц назад поймал. Откуда ты знаешь, а? А с чего ты взял это? Они, между прочим, про нас знают. Это нам 100% нужно с тобой. Да у тебя уже и складывать некуда. Найду. Совершить 100 покупок. Бизнесмен нас с тобой. Я тут до завтра буду, так что если что надо, не стесняйся. Да, в два уха просто фигачит. То это, то это разговор. Так, давайте, куплю что-нибудь. Про Лондон ничего не знаю. Чего здесь есть? А вот зато на севере у нас город есть. Полярные зори. Там рядом АЭС еще. Там выжили люди. С ними говорил. Говорят, варвары их какие-то осаждают. Но они держат пока оборону, держат. Завидую тебе, Саня, складно врешь. Тебе надо было в большой устроиться. Пьесы писал бы о жизни нашей скорбной. А то Шекспир, да понимаешь, устарел. Че говорил? Да не знаю, что говорил. Че ты говорил? Ну... Ты в катакомбах бывал. Как там? Да проходили как-то. Древние церковные катакомбы. Даже представить себе не могу, сколько им лет. Вот и войну ядерную пережили. Во время войны в них люди из церкви прятались. Потом куда-то сгинули. Может, в большое метро перебрались, а может... Ну, всякое болтают. Это ты про большую мамку? Это еще кто? Ух ты! Наши-то как быстро домчали! А ну-ка проверь, на всякий случай! Пароль! Застава! Старый пароль! Голос знакомый, черт, не могу вспомнить! Стоп! Да это Лесницкий! Уууу! Это будет красиво, кстати. Это будет красиво, что на обложку пойдет. Я делаю несколько скриншотов, потом выбираю, что на обложку, и потом оп-оп, и все. Обложечка готова. Что вообще было жесть? Что это? Ого! Приз-сюрприз! Нет, Анечка, я вас не предавал. Просто вам я никогда не служил. Нет! Эту с собой! Все, живо! Уходим! Ну, блядь, найду сейчас вас, мужики, чё. Давай, надо выбираться, блядь. Если уже ничего не сделаешь. Вот это то, что бел так, да, вот эти звуки, то, что у нас так чуть, ну, как вспышка работает экран.
грубо говоря. Ну, вы поняли, да, то, что сейчас произошло. Это доп-инфа, так понимаю. Или когда мы делаем с вами благие цели, какие-то очень благие цели, то же самое. Вот. Не знаю, что означает. Может быть, типа, будет какая-то концовка. Не знаю, хорошая, может, плохая будет. Я не знаю, честно. Не знаю, есть ли вообще несколько... Ну, как я... Вообще, по идее, нет... О, кстати, оружие, которое у нас было. По идее, вроде как несколько, может быть, да, концовка. Может быть, одна, как в прошлой части, я не помню, честно. Не знаю. Я даже реально не знаю. Вот. Но я явно знаю, что вот это не просто так. Ну, как по крайней мере догадывались, да? Вот эти вот вспышки экрана, это не просто так, как я понимаю. Вот и все. Вот и все. А посмотрим, кстати. Ой, бля, не то. Что у нас там? А, двигаться через катакомбы по направлению к Октябрьской. Угу. Поехали. Не, давай с фонариком пока походим с тобой просто. Да, да. Идем с тобой через катакомбы. Нормально, что здесь ничего не вижу, если что? А, у меня зажигалка же есть точно. Еба, я испугался, это что вообще? Что это? Я испугался, это что сейчас было? А, блин, ну там лут был, ну ладно. Ну ладно. О, добрый вечер, здравствуйте. А я вас как раз ждал. Морозоты такие. Я отсюда, блядь. Да иди ты на. За что, блядь? Сколько в тебя должен садить-то, блядь? Вот два патрона. Убить антибиотик, убить 100 мутантов. Ой, блядь, что это? У-у-у-у. Нажимаю, у. Нажимаю. На, блядь. Что это сейчас было вообще? Непонятно что, ну ладно. О, все. Смотри, внизу что-то как... Да уж. Да уж. Эти пока мне больше всего не нравятся, эти, блядь, монстры. Поехали. Попрыгал, попрыгал.
какой-то большой, там слышишь, прям дух, дух. Ебать, смотри, тут это логово их или что, не пойму. Нахуйте. Ну, нам получается не сюда, да? Получается, что да. Получается, нам с тобой вот туда, куда они убежали. Идти. Поехали, чё. Свой специальный, видишь, делают так. А, ну это в обход, что ли, типа? Понял, это в обход, все, это в обход мы обходим, понял? Опа, а вот это нам надо. А, то есть, когда им пулю, я понял, то есть пулю надо 3, а ножичек можно 1. Ну, окей. Так, подожди, а там что было? Ух ты, блядь! Так, ну здесь только именно этот лут и все. Больше ничего, ладно. Погнали, нам с тобой вот сюда. Поехали! Опять эта арена, бать. Опять эта арена. Thank you.
Пошли, пошли, бежим, бежим, нахуй сюда. С ними сражаться нет смысла никакого вообще. Но мины, видишь, мины сработали. Уже хоть что-то. Это их логово, эти базарю. Тебе говорю, как есть, это их логово. Прям натурально их логово. Мина, хорош. Шо? По стелсу, блин, прошел. Че, все, фонарик, что ли? Да вроде нет. Ну по идее мы здесь можем с тобой сейчас залутаться хорошо. Как я понимаю. Или нет? Так, это здесь один сидел, здесь второй. По идее мы здесь могли по стелсу вообще спокойно пройти, да? Да. Что вообще? Откуда мы пришли? Ну ладно, погнали дальше, что могу сказать. В принципе, здесь ничего такого особо уже и нету. Let's go. Ох ты, бля. Так, ну нам явно вот сюда идти с тобой. Давай попробуем по стелсу пройти, хорошо. Попробуем с тобой по стелсу пройти. Тихо. Там нам идти нужно с тобой. Все-таки. Биться тут с ними нет смысла вообще никакого. Поехали. Да, давай. Что такое? Не нравится, да? Огонь тебе не уйдут. Блядь. А куда нам нужно было вообще? А, нам в любом случае нужно было, да, с ними биться. Ладно, хорошо. Ну давай, давай залутаемся. Ну хорошо, да, у меня стелс, ребята, как всегда. Ну, в принципе, ну ничего удивительного, я думаю, нет здесь. Да, нам все равно с ним пришлось бы биться, наверное, да? Да. А что, куда нам? Сюда? Что, блядь? И? Я просто не пойму, что тут нужно сделать? Подожди. Ну, если нам только сюда... Ну да, но только туда, ребят.
Да, вот только туда по прямой идти. Но что тут нужно сделать? Это вот очень интересно. Не совсем понимаю, что здесь надо сделать. Я слегка не понимаю реально, что надо сделать. Он туда не хочет перелазить. А. Да. Все на видном месте. Поехали. На. Давай. Сосешь. Быстрее едь. По полям, по полям. Синий трактор едет к нам. У него. Можешь быстрее спускаться, нет? Быстрее, пожалуйста. Блять, я успею. Я не умру в туалете. Бля, иди ты нахуй, мужик. Ну ты вообще какой-то, ну, как бы да. Так нечестно. Быстрее, пожалуйста. Иди ты нахуй, мразота ебаная. Быстрее, блядь. Да иди ты нахуй, пожалуйста. Все, залази, залази, залази. Ну залази ты. Блядь. Да. Я орирую, конечно. Да. Я, конечно, в шоках чуть-чуть. Бля, это такие прям мерзкие тут монстры, блин, вообще. И вот подходит и сразу прям пам-пам-пам-пам, и все. Даже безостановочно мне нападают. А просто сразу они фигачат безостановочно, причем реально это такое. Но от них помогает, видишь, молотов, грубо говоря. Да, давай сейчас еще упадем, блядь. Ты кто, блядь? Бля, пожалуйста, не-не-не-не-не, пожалуйста. Сейчас с боссом будем хуяриться, да? Блять, что это? Только не жил, он здесь будет не один, якобы, блять. Это бред будет максимальный, блять, честно. Бля, с боссом вторым, ёбаный, вот. Да, второй босс, блядь, сразу же. Добрый вечер. Да, сразу же. Блядь, тварь. Ебаная. Да что, блядь, мне сделать с тобой, ёпты? Сосал его, боёбик. Заставим за эти, короче.
Угу, пососал. Беги, 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 беги! Беги вон за те! Не знаю, есть смысл в него стрелять или нет, я думаю, нет вообще. О, да-да-да-да-да, сразу ломай их. И что мне, блядь, делать с ним? С ним реально надо. Добавили они босса, конечно, молодцы, блядь. Просто трэш. Я чё... А, всё, у меня здесь патрон нету. Конечно, нужно, я понял, не было смысла в него стрелять вообще, надо было просто бегать от него, окей. Окей, зря патрон просто потратил, ну ладно, ничего страшного. Так. Бля, это арена или что? Подожди. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Просто с боссом хуяримся, нормально. Где-то, где-то, где-то. Ну давай, давай, сюда, ну сюда беги. Ну что ты, блин, ломаешься? Ну что такое? Что такое? Ломай, ломай. Молодец. Давай сразу эту. Ломай, 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 ломай. Красавчик. Теперь ломай вот это. Ломай, 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 ломай. Я здесь, алло. Он меня бьет или что? Давай еще через текстуру побей меня. Алло, мужик, ну все хорошо. Все хорошо. Красавчик. Вот сюда надо еще. Давай. Давай еще вот эту ломай. Ну сломай вот эту еще. Да, 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 да. Ломай, 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 ломай. Ну сломай, сломай. Че ты прям очень слабенький, слушай. А чё ты ещё ломать-то я стал? А, вот ещё. Вижу. Давай, 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 давай. Ломай, 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 ломай. Ой, блядь, ты что, дурачок? Ну, маст, ему все здесь все сломано, нет? Разве нет? Убить Рина, большая мама. А, тут надо было, ну, понятно. Хороший босс, ребят. Хороший босс. Найс. Вода. И что мне делать? А что делать-то? Ну ладно, ничего мы с этим не сделаем, ладно. Просто два босса, ребят, добрый вечер. Ну, уже получается, да, это второй босс получается. Все дороги ведут на Октябрьскую. Там находится Черный. Теперь там Аня. В руках моих врагов. В руках предателя Лесницкого. Сквозь огонь называется. Давайте. Главное называется сквозь огонь.
Да, это вообще трэшевше. Ну сейчас поспокойнее будет. Просто босса добавили, нормально. Все хорошо, не пойму. Все. О! Ну, хоть так. Ладно, let's go, что, погнали. Мы сейчас в каком-то метрополитене, какой-то станции, по идее, должны быть. Если заразиться, ей хана, а дохла ей грош цена. И что с ней делать? Запри отдельно и глаз с нее не спускай. Отвечаешь головой. Когда закончу, я ее заберу. Да. Пауза, и что? Что ж вы творите? Простых людей убиваете? Коммунисты называются! Палачи! Мы выполняем приказ руководства Красной линии не допустить распространения эпидемии. А вы все заражены. Вот-вот. И прекращая ваше мучение, мы как раз спасаем простых людей и всего остального метро. Ну что? Как? У нас же даже температуры! Даже температуры! Ага. Осуждаем. Осуждаем. Ну, пизда, сейчас сам, ребята. Спасает они, ага. Осуждаем такое, осуждаем, что могу сказать. Ёлки-палки, ты чего, в упор уже попасть не можешь? Притомился? Да ладно тебе, сам подохнет. Какой сам подохнет? Сейчас Летеха придет, он тебя рядом с ними положит. Давай, кончай его. Черт, сапог изговнял. Вот же не везет. Мертвый. Тревога! Подожди, давай попробуем еще раз. Сейчас давай дойду, можно ли его спасти? Просто очень хотелось бы, просто не понял. Слегка. Заложница. Пригодится для переговоров с орденом. Смотри, что в противогазе была. Если заразиться, ей хана, а дохла ей грош цена. И что с ней делать? Запри отдельно и глаз с нее не спускай. Отвечаешь головой. Когда закончу, я ее заберу. Да что ж вы творите? Простых людей убиваете. Коммунисты называются. Палачи! Так, ребят, дошел до туда. Ёлки-палки, ты чего, в упор уже попасть не можешь? Притомился? Эй! Я уже, похоже... Так что, слушай. Красные знали... Знали про заразу.
появились на второй день. Никто еще не умер, а они уже с огнеметами. Это они... Они больше некому. Иначе как знали? Уходи, расскажи всем. Уходи, расскажи. Это они. Они. Ну, видишь, какой-то добрый, видимо, ну, добрый сделали поступок с тобой. Я именно из-за этого начал, захотел перепройти. Так, вот еще они, да? Очки. Хорошо, let's go. Поехали, чё? По стелсу, да, все-таки проходим. Поехали, чё. Так и знал, что спрятали сюда. Вот с ними очень удобно проходить по стелсу. А вообще никак. Что это? Что за... Поехали. Вроде больше не колодец, да? Так это дальше прям. Дальше пока быстренько с тобой залутаем все это дело. А это не могу поменять?
А не могу поменять его или что? Нормально, ну ладно. Не дают мне поменять, ну ладно. А нам с тобой туда. Дальше, ладно. Она летит туда назад. Видишь, просто как видишь, две комнаты отдельные даже. А, здесь можно было сюда пройти, я все понял. Но это чисто по стелсу, ребят. Ну, вы знаете, да, пока я по стелсу играю, собственно, вот примерно так же. Кого? Ну ладно. Дай мне поменять его, ёпты. Прикинь, просто не дает поменять мне его. Не дает поменять. Ну ладно, хотя он, видишь, у меня в трещинах каких-то, но не дает мне поменять. Можно было вот сюда вот так забраться. По идее можно. Нет, нельзя. Можно было так забраться сюда. Вот здесь так выйти уже и пам-пам, и все. Хорошо. Так, что он здесь? А, ну. Ну или так забраться можно было. У нас здесь больше ничего такого нет. Так, ну поехали еще дальше, получается, да? Дальше нам идти вот туда. Получается, наверное. Не дает, конечно, заменить, прикинь. А нет, не сюда. Здесь можно было. Охуенно, блядь. Зачем я туда пошел? Непонятно, блять. А, ну. Да, быстро сейчас бегу всех, да. Заберу везде лут, который есть, и тогда с тобой уже продолжим. Так, ребят, ну все, собственно, я собрал. Став всех лут, поэтому пошли с тобой дальше. Давай сейчас зарядим с тобой этот фонарик, собственно, да. Надеваем. И поехали. Тревога, брат! Ах ты же еб... твою мать! Кто-нибудь его видит? Нет. Да! Руки вверх! Эй, ты шпион! Сдавайся! А вдруг? Ты окружен! А куда он отсюда денется? Ну,
Понял. Выключи 40 лампочек, не... Чё? Не вижу, ладно. И достижения еще дают. Опа, да, почитаем. Заражение. Заметка 1. Группа, которая уничтожила аванпост ордена и похитила Аню. Захватывает Октябрьскую, нейтральную и мирную станции. А ведь это объявление, ага, и ордену, и могущественной Ганзе, к территории, к которым примыкает Октябрьская. В то же время отряды Лесницкого, пусть и довольно многочисленного, явно недостаточно для, ага, против всей армии Ганзы. Не понимаю, на что рассчитывает Корбут? Что творится у него в голове? Даже не представляю, слушай, что мне творится в его голове. И не хочу, блядь, представлять. Ищи, ищи. Ищем его. Ищите, ищите. Странная хуйня, ну ладно. А тут? Почему он не может поменять, скажите мне? Ну что это такое? Ну я тебе. А, здесь вот есть. Найдем обязательно. Может, ушел? Ну я тебе... Никуда не денется, найдем! Обязательно! Спокойно, товарищи! А тут? А здесь проход... А, есть, все. Сок у нас с тобой? Он 11 минут, даже на 12.
То они тоже треснуты, ладно. Получается, целый будет подсвечиваться, да? Получается, что там. Кого он там собрался найти, я не понимаю. Может, ушел? Черт. Сиди, что-то он ушел. Да, ушел, мальчик, ушел. А здесь что, куда? Где же он прячется? Сейчас я приду к тебе, не переживай, мой сладенький. Сладенький, что? Ой, как хорошо здесь, ой, как хорошо! А где он сам-то, блядь? Ладно, пошли дальше. Только куда нам идти-то тут непонятно. Сейчас. Особо. Здесь мы с тобой были, отсюда мы пришли вообще. Получается. Получается, вот мы с тобой, смотри. Спокойно, товарищи. И здесь проходим. Дальше. Нету. Не могу понять, куда идти-то. Бля, может, я опять я не вижу, куда что идти. Типа вот сюда, что ли? Что сейчас было вообще, блядь? Что сейчас было? Ладно. Там либо с тобой... Нет. Значит, нам с тобой куда-то вот сюда, да? Да. Товарищ Лесницкий, спецоперация проходит по плану и будет завершена в течение часа. Ну что ж, эксперимент прошел успешно. Надо доложить генералу Корбуту. Сделаешь? Так точно. А что за девку повели? Да это Лесницкого бобец. Ну типа заложница для переговоров с орденом. Хотя, знаем мы эти переговоры. А им все равно, что все горит. Вот так всю жизнь не простоишь. И не заметишь, как кончилось. Проверка Шкурова.
Пусть и Брежнева спустят. Сейчас мы плевану. Трень какая, ну. Главное, чтобы наша химза от этого защищала. Че ужас-то? С мертвыми лучше работать, чем с живыми. Тут живой один. Один хим. Побольше лей, побольше, чтобы дотла. Ужас какой. Такое. А, он не воспроизводит, ладно. Ну, ладно. Тяжелый какой гад. Осторожней, осторожней, не забрызгайся. Что за... Что это за... Шум. Нахрен. Вроде... Эх, неохота. Но проверить все. Что они творят, блядь, суждая такое? Блядь, дай пройти. Погнали. Что? Да. Кто здесь? Прокололись мы тут. Блин, то ли почудилось. Ну кто ж знал, что у них там пулеметы? Ну а что делать-то теперь? А что тут? Ждать? На ноги пока не полезло. Послышалось. А скоро у них дела найдутся посерьезнее. А тут мы как? Прыгнем? Против рекетов! Враг на территории! Ложись! Как хорошо, да? Ну я тебе. Здесь он! Здесь он. Куда нам с тобой, собственно, подожди? Нам с тобой туда? Да. Куда здесь, блядь? Да что ты говоришь? Куда нам идти теперь? А, вот сюда, наверное. Да. Тревога! На, блядь. Не дергайся, а то глотку ей перережу. За Аней, значит, пришел. Герой. Ладно, герой. Зачем? Зачем ты это сделал? Скорее! Надо успеть! Да кольцевой! Там Ганса! И наши! Черт! Сейчас только задохнуть! Не хватало! После такого... То есть не нужно было делать это?
это же рейнджеры! Артём, я здесь! Они же без масок! Протяни газы! Скорее! Детали головоломки сходятся, выстраиваясь в картину. Кошмарную и невероятную. Я рассказываю об этом другим, но сам не могу в это поверить. Красные заразили Октябрьскую. Мирную станцию, жители которой ни о чем не подозревали, неизвестным, страшным вирусом. А потом их ликвидаторы вошли туда под предлогом спасения станции от эпидемии и методично уничтожили всех, до кого сумели добраться. Женщин, детей, стариков. Якобы для того, чтобы избежать распространения инфекции. Если все это правда, то и я, и Аня могли заразиться. Нас спасли, но мы не знаем, выживем мы или нет. Получается, я ее спас, а если бы не трогал, то, возможно, не спас бы. Ладно, окей. Октябрьская все-таки. У меня такое предчувствие, что скоро все кончится. Эта война, нам ее не пережить. Никому. Это так жутко. Вдруг чувствуешь, что ты одна во всем мире. Вокруг нет ничего, пустота, холод, кладбище. И твоя жизнь просто искра от костра. Вылетела и через секунду погасла. И ничего не останется. Хочется почувствовать себя живой. Прикоснись ко мне. Вот так вот, ребят, вот так вот. Отвяжите меня! Ну что ж, никаких симптомов не проявилось. Поздравляю вас, молодые люди. Вы, Артём, можете идти, а вот с вашим ранением мы еще не закончили. Так что задержитесь на пару дней. Слава богу. Фух. Так это был сон или они ну сейчас все... Идите, идите. Иди, Артём. Как только меня починят, я сразу тебя найду. Иди сюда, дочь. Даже соскучиться не успеешь. Не смотри, не смотри. Что там, повезли? Папа? Не видно тебе. Да разве поймешь? Вроде из восьмого. Точно, из восьмого. Семецкий это, Юрка. Давай мы здесь с тобой, наверное, и закончим. Сделаем вот так вот. Спасибо за просмотр, только если рекламировалось, в принципе, все. Блин, интересно, интересно. Напишите в комментариях, правильно я сделал или нет, что вот спас ее, да, вот так вот. Или можно было вообще его не трогать, и они оба бы не пострадали. Интересно, очень интересно узнать. Блин, все, спасибо еще раз за просмотр, увидимся в следующих сериях. Давайте.